Всем привет, ребят! Недавно я делал обзор на наушники, которые мы с Настей заказали на AliExpress на Рождество. Вот Настины наушники пришли месяц назад примерно. Она ими пользуется и очень довольная. И вот буквально сегодня пришли наконец-то мои наушники. Вот в такой вот коробке, такой вот мягкой упаковке буквально. И в родной упаковке, в коробке от наушников, в мягком мешочке. В комплекте был, естественно, USB-зарядник и, конечно же, аудиокабель. Где наушники, скажете вы, да? А наушники вот буквально точно такие же, как и у Насти. Абсолютно одинаковые. Кнопка включения и выключения на правом наушнике. На нем же гнездо аудиокабеля для зарядки, потом регулятор переключение песен и гнездо для карты памяти. Ну вот точно такие же вот наушники, как и у Насти. За исключением одной из деталей. У Настиных вот в этом месте, когда подключаешь к зарядке, загорается индикатор, очень видный, особенно в темноте, ну и так. Я такое первый раз видел, и мне это понравилось, на моем будет точно так же. Однако нет, на моем наушнике один маленький индикаторик, лампочка красного цвета, показывающая, что зарядка идет. Вот единственное отличие от Настиных наушников, что вот такого прикольного свечения заряда нет. Ну это, как Настя говорит, это не критично. Bluetooth работает великолепно. Телефон подсоединил к телефону. Он лежал на столе. Я уезжал в спальню, закрывал двери и в ванну заезжал. В ванне водопровод, наверное, экранировал, или как это называется, не знаю. Ну, звук ухудшался, так, терялся иногда. Вот. А так оно великолепно работает, я очень доволен. Наконец-то могу слушать аудиокниги, не сидя за столом и не таская за собой телефон. При этом, когда закрываешь телефон, музыка не прекращается. Радио работает великолепно, все классно, все хорошо. В них еще встроен еще радиоприемник. Я еще не смотрел, как он включается. Но, надеюсь, это не совсем нужная мне деталь. Работает. Поэтому главное, что мне надо, это зарядка идет. Аудиокабель в комплекте. Если аккумулятор сядет, можно включить в телефон и наслаждаться музыкой. Вот такой маленькой новостью хотел с вами поделиться.
по мне не очень видно, что я рад, но я в самом деле рад. Буду теперь в них монтировать видео. А на этом пока все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Чус. We'll be right back.